Аладдин 14 сентября, и даже он несколько перевисел, честно говоря. Обычно он созревает, ну, в принципе, самое начало сентября. Почему я говорю перевисел? Потому что, смотрите, на ягодке появляется вот такое вот коричневое. Это ни на что не влияет. Единственное, что внешний вид становится не очень привлекательным. Года два назад вот такую ягоду мы срезали, причем даже после морозов, уже пришли тогда морозики. И после этого еще ягода смогла полежать. Мало того, что полежать, еще и сохранить все свои вкусовые качества. Да, тоже, к сожалению, в этом году, ну, не очень большие гроздочки, хотя, смотрите, ну, вот ягода, да, размер ягоды очень хороший. Тоже вот немножко подъедает оса, ну, неудивительно, потому что ягода очень вкусная. Вот еще один малыш, который с удовольствием полакомится такой ягодкой. Ягода по структуре очень мясистая, такая вот хрустящая, при этом сладкая, с мускатным ароматом, с ярко выраженным мускатным ароматом. Единственное, что внешний вид несколько подвел, то есть в норме вот такая вот должна быть ягодка, красивенькая, розовенькая. А так, повторюсь, несколько она перевисела, причем буквально вот за 2-3 дня стала такой. Я уехала, приехала, смотрю, вот такая уже ягода. Но это никак не влияет на ее вкусовые качества. Ну, лоза тоже видите. Да? Лоза вызревает хорошо, устойчивость к болезням тоже хорошая. Конечно, профилактические обработки, как всегда, нужно проводить. Закладывать он может по 4 грозди, гроздочки, ну, конечно, обычно чуть больше. В этом году как-то плоховато он опылялся, ну, как раз под град попал. А так где-то 450-500 грамм вот такие гроздочки по 4 на побег. То есть нагрузить куст можно и хороший урожай с него получить тоже достаточно легко. Красавчик Аладдин. Крупная ягода, но небольшая гроздь. Средний вес грозди где-то 400-500 грамм, но при этом он может давать 4 грозди на ветке. В этом году мы оставили 2, когда куст большой, взрослый и сильный, то, конечно, можно оставлять и больше, и получать с него очень хороший урожай. Вот смотрите, даже здесь покажу. Вот розовая гроздь одна, вот вторая, и вот на этой же лозе третья. При этом, смотрите, лоза уже вызревшая. Сейчас у нас 14 сентября, ягода уже полностью готова. Был бы хороший сезон, она была бы готова и раньше. Ягода сладкая, ягода хрустящая, ягода очень ароматная. В ней очень-очень приятный мускат. При этом ягода не трещит, осы ее не едят. Даже в прошлом сезоне, когда ос у нас было невероятное множество, и осы ели все, кроме Аладдина. Несмотря на то, что он очень-очень вкусный. Ну, видно, не распробовали. Как видите, сорт очень красивый. И ягода довольно крупная, вот по сравнению с моим пальцем. И гроздь крупная. Ягода сочная и тяжелая. Ну, это гроздь грамм 400-500, а может быть даже и 600 зависит. Потом, конечно, покажем на весах, но видно, что она большая и крупная. В этом году выдавал 4 соцветия на побег. Мы оставили только 2. Куст молодой, это его первое полноценное плодоношение. Ну, здесь у него где-то 1,5 метра всего лишь шпалеры. В принципе, можно в следующем году нагружать больше. То есть сейчас мы снимем с него, я думаю, 10 кг. Но в дальнейшем можно нагружать, нагружать и нагружать. Он эту нагрузку вытянет. И даже при, казалось бы, не очень большом размере грозди, но если тут будет их оставлять не 2 даже, а 3, то вы получите прекраснейший результат. При этом, что еще хотелось бы отметить для данного сорта, кроме вот этой красоты, прекрасный вкус, хрустящая сочная ягода, такой очень хороший баланс сахара и кислоты, нет вот этой приторности, нет оскомины от кислоты, то есть идеальный баланс и не болеет. Его не едят осы, он не трещит. Ну, вообще, с ним никаких проблем. Грубо говоря, посадил, ну, минимальный уход,
И забыла, только получаю вот такую вот красоту.